Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Postal 2, у нас суббота и неадекватные какие-то кошаки, и я не знаю, что делать, мне страшно выходить даже отсюда. Там вон один кошак гуляет, какие-то тасманские кошаки. Так, нужно посмотреть на нормальные фотки. Ой, блядь, осторожно. Вау, вот это хорош, нормас, вот это нормас, нормас, нормас. Такие эти бабёхи хорошенькие. Так, тихо. Блин, как же так кошака миновать? Я что-то... А, у меня где-то прикормка. А, не, не было у меня прикормки кошаков. Блин, у меня что-то вообще ничего нету. Еще один выходит, что ли? Етить твою мать. Подожди, а что с ними сделать? Их можно убить, например. А что ты не можешь за стойку-то запрыгнуть, чувак? Алло. Ага, один ушел. Мне там писали, что можно было начать типа понедельник, и у меня было бы все оружие. Но, блин, я не хочу с понедельника опять все херачить заново на субботу. А если я потихонечку? Вот, а котик, ты меня не будешь трогать? Я ж тебя не трогаю. Я ж тебя не трогаю, и я пройду, и мы договорились, да? Правильно? Правильно. Ой, спасибо. Они меня не трогают? А, ну пускай, окей. Ха! Привет! Я бы тебя погладил бы, если бы можно было бы. Вау, смотри, двойная кошка! Родилась прямо на ровном месте. Так, а подожди. А чё это? А чё они меня не трогают? Чё они этих перепиздили, а меня не перепиздят? А? Слышите? Или это все нормально? Так, я взял прикормку. Нихера себе, чуваков тут распотрошили. Вот это вы жесткие парни! Главное, меня не трогайте. Все будет нормально. И все будет нормально. Нет! Чё это? Чёртова травма! Как? Нихуя себе! Это у меня так дырка в голове работает или что? Здрасте. Здрасте! Ты охуел? Не понял сейчас? Спички. Ножницы. А хер ли вы меня атакуете? У-у-у-у-у! Бляха, минус кот. Так, есть гранаты, подрезал. Хедшот, бич, делай. Сука, не... Блять, мне ножницы-то не бесконечные, пацаны. А, та 133, хватит, зарезать всех хватит. Ху-ху-ху, хорош. Кошаки, помогайте мне, вы же тазманы ебаные. Стреляйте, валите, кружитесь, вертитесь. А нельзя забрать? Нифига себе, ножницами можно бросаться, это прикольно. Выдал? Ёх ты, они еще и рикошетят. А в меня не... Блять, а чё она рикошетит-то? Они же не рикошетила. Это правая кнопка, если что было. Так, тихо, кошаки. У меня что за проблемы с головой-то у меня? Почему здесь все Silent Hill-овское стало? А где все? Или всех кошки переели? Вот голодные сволочи. Привет. А что с тобой случилось? Так, я возьму одну аптечку. А что с тобой случилось, женщина? Ты как-то облезла, или ты статуя была, или ты со старости? Ладно, пойдем сюда. Буду знать, что правая кнопка рикошетит. Ты со мной? Завтра это будет болеть. Сука. Да, падла, сдохни. Это же так белый ублюдок. Белый, только черный, который. Сдох. Тихо, кошаки, спокойно. Я вас не трогаю, вы меня не трогаете, все нормально. Вот этот жесткий был. О! Ножницы такая охуительная вещь, а я даже и не знал. А в чё, 144 больше не лезть? А почему 144? Почему не 145? А чё, я не могу ничего взять? Так мне уже лучше. Оно не берется или что, наверное, скорее всего. Я не могу взять, смотри, 144 в натуре ножницы. А почему 144? Что за число такое? Почему не 145 или 150, например? Почему 144? Да пошел ты мне похуй, кто ты такой, блядь. Гранатами, главное, не бросайся, пидор. На. В шею тебе. Ха-ха-ха. Сучара. Нехера. Не 141. Ну-ка, подожди. Нет, 144 максималка. Окей. Странная, конечно, хирургия тихо очень сильно. Странное число. Ну да ладно. Блин, не попал. Блин, не попал. Так, может, поскользнуться, что ли? Уи! Пол помыт, осторожно, каутионе!
Операционная, пошли, будем оперировать кого-нибудь. На. Сука, они гранатами бросаются, вот ублюдки. Оу, двери можно вышибать. Ты слышишь? Ты видал, откуда он бросает их вообще? Я его даже не вижу. Ладно. Не вижу, так не вижу. Ща я к тебе поднимусь, Дрила! Сам ты, сука, ты меня вообще-то гранатой подрезал, пидорас. Сука, 58 хпшки. Сейчас надо пойти назад похиляться немножко. Тихо, спокойно. Вот смотри, что есть. Уть! А зачем эта прикормка для кошек? Мне зачем их с собой таскать, в принципе? Ну вот, например, сейчас я могу кошку прикормить, она нахрена она мне нужна в руках. Так, мне уже лучше. Ну, то есть, в смысле, зачем она мне? Я могу. Если бы я мог их натравить на кого-нибудь, вот это было бы вообще прикольно. То есть взял кошку, подкормил ее, такой, типа, говоришь, фас! И она такая всех разодрала нахер. Ну, моих противников. Так, а подожди, выход-то сюда, а вот тут еще что-то. А, тут забакарикадировано, окей. Пойдем, значит, сюда. Так, мы. Блять! Тихо, не пугай. Тебе уже лучше? Ну тут почти ничем не отличается, в принципе. Так, а, у нашего главного героя глюканы начинаются. На! Привет. Не хочешь тут ничего сделать? Прям в туалете. Они такие вообще, короче, какие-то неприкольные. Они ничего не хотят. Тут ничего нельзя сделать. А я залез такой и украл у них все пончики. И сосиски, или что это такое. Ты тут одна? Ну ладно, я пойду. Я пойду, я здоров, у меня башка в дырке, ничего страшного. Я это без... Я не привыкать, мне уже знаешь сколько дырявили просто это. Да пока я здесь был уже, мне уже письку не надо чинить, я уже починил свою письку. Опа, пикалюшка. Кошаки, смотри, или это собаки, что-то очень здоровые лапы. Разодрали просто к херам. Подожди, здесь... Да! Опять? Это мне не нравится. Я сейчас куда-то в какую-то ебеню улечу походу. С такими приколами. Как можно, блядь, бросить так ножницы, чтобы они рикошетили, блядь? Ты специально вот это сейчас заблочил меня? Прикольно. Прикольно, ничего так. Вообще офигительно просто. Опа, тихо, спокойно. Куда это я? Фук! Так, ну вроде на улице ясный день, апокалипсиса нету никакого. Все нормально. Какой апокалипсис? Никакого апокалипсиса. Я сам апокалипсис. Это можно расшибить? Можно, только войти нельзя. Окей. Нужно... Сука. Сдохни, блядь! Ты охуел? Вот это ты хуело, пиздец! Хер ли он так далеко бросал гранаты? Никогда так не бросали, тут начал бросать хрен знает куда гранаты через всю карту. Ты сейчас нормально это все себя чувствуешь, нет? И мне же некуда деться, потому что я на парапете. Где? Нет, это не то. Ха! Где мои, короче, хилки? Где-то здесь была хилка. Надо вернуться. Женщина, ты тут живая? А че вы такие статуи-то ходячие? Фига ты облезлая. Плохо тебе, наверное, совсем. О, эта штука... Хорошо действует. Так, хорошо, 100%. Ну, с 14 я не пойду. Хотя у меня хилки были, ну да ладно. Женщина, пропусти меня. Мумия! Отойди. Там что, интересное что-то есть? Пройди туда, сюда, куда хочешь. Только, главное, пройди. Так, хорошо. Вот это, блин. Что-то дичь какая-то началась, да, я так понимаю. У меня еще и башка трясет, короче, ну, в смысле, у него. Какая-то глюки какие-то ловит. Почему тут все стены засираются, я вообще не понял. Или это он что-то какую-то в другую реальность видит? Так вроде же реальность-то та же самая, просто у него как-то все это изменяется именно в плане текстурок, а все остальное что-то так же остается. Вот это мне сейчас нормально, то, что хотя бы кошаки не беспределят на мне прям. Попади теперь, блядь. Сука. Хедшот бич? Так, по... Вы подобрали ножи. Так их можно подбирать?
В бошку! А чё он... А чё он с бычачьей головой был? Допрыгну? Да допрыгну, чё это я... Ничего это я не допрыгну-то. Броник! 200. Тихо, что такое глюк был, почему? Тихо-тихо-тихо. Их! В натуре можно их забирать. То есть ты втыкаешь, и можно их обратно забирать, если у тебя, например, место есть. Так, бронька это хорошо, только если меня гранатой попадут. Кошак, ты там что-то так лег нехорошо. Я сейчас прям на тебя упаду. Уйди! Мяу, привет. А ну-ка поурчи. Ой, привет, ты на меня смотришь. Да ну у меня ничего вкусного нет. Хотя почему у меня нет ничего вкусного? На. Жри. Да что ты жопой туда влёкся, дебилоид. Фу, что-то оно вонючее такое. Смотри. Он реально жопой туда... Ай. Где он? На. А-а-а! Вон для чего кошатяры. То есть можно... Блин, а я же не знал, нужно было их набрать. Сейчас я сейчас бы просто их выкидывал бы вот так бы всех. Вы бы сейчас... Если бы сейчас вебка была, вы бы увидели мою рожу, это пиздец. Я сижу такой, рот открыл и такой, глаза выпучил и охуеваю от того, что сейчас происходит. А, он бесконечно, что ли? Да перестань! А, он бесконечно так? Блин, надо было кошаков набрать. И просто выпускал бы их вот так бы по всей больнице бы, и они летали бы, всех бы херачили. Ё-моё, я провтыкал. Туалет. Иди сюда. Нет, не иди сюда. А ты чё? Угу. Во. Два. Тихо, спокойно. А, где там еще прикормка? У меня еще две прикормки. А откуда второй кошак появился? Да блять! Я сейчас ёбнусь. Есть прикормка? Нужно искать прикормку. Блин, если бы я знал, что здесь кошаков можно вот так вот выпускать. На! При моем-то везении, это, скорее всего, какая-нибудь монашка или чья-то бабушка, но все равно рисковать не стоит. Жри его! Спасибо! Кошак, жри! Жри, жри, суку! Жри, падлу! Кошак сдох? Как так-то? Ты с дробовиком. Ух ты, сука. Да сдохни хоть кто-нибудь. Блядь, я ножницы выкинул. На. Где ножницы мои? Где ножницы, блядь? Ты, сука, хедшот бич в жопу. Вот это, только не меня. Хорош. Так, нормально, нормально пока что. Тихо, спокойно. Здесь в канале творится. Тихо, 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 пацаны, 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 пацаны. Так, нужно их прикормить, да? Где прикормка? На. Идите все сюда. Нифига, они что-то черные такие. Бр-мяу. Блять! Алюя-халя. Понравилось, если бы вас нормально сумасшедший. Сюда! Сука, куда ты убежал? Да нормально, в принципе. А? Да ектить, хорош. Перестань вот так делать, пожалуйста. Реально. Я тут был? Женщина в халатике. Полегче. Тихо, тихо, тихо. Ну, пускай, ладно, меня. Не меня. Главное, что не меня. Главное, что не меня. Главное, что не меня. Валим, 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 валим. Тихо. Нужно еще где-то прикормку найти. Один кошак это мало. Ой, блядь, 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 блядь. Ты на меня! Нет, 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 уйди, 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 уйди. Уйди, 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 уйди. На! Жри, только не меня трогай. Иди сюда вообще. Хорошо, а я подобрал ее, не открыл, что ли? Так, а что-то на меня согрелся один кошак. Я не знаю, а их убить можно вообще? Если они агренные. Ничего, что я с ножницами хожу в руках. Что это я взял? Пистолет? Можно в компьютере пошариться? О, запусти вот эту штуку. Слышь? Блин, запусти! Так хотел всегда запустить вот эту штучку. Попробовать, как она херачит, вот эта физика. Охуительная. Мозги. Что-то у меня вон там, внутри.
Ну, бляха, иди сюда. Чё ты не берешься-то? Блять, неадекватные суки! Забери вот это все и убегай ты к Хирайборе. Иди сюда. Да, сука, почему ты не идешь ко мне в руки? Иди сюда, блять. Может, под ним подкрадываться нужно? Мне нужно поискать лекарства. Все, устал? Я подкрадусь к нему, сейчас схвачу его за жопу. Ха-ха-ха! Попался! Опа! Да пибелять! Перестань! А, он таких кошаков вот так видит, плохих. В смысле, закрыто. Я, это, мне что? На! Блин, а кошак его с одного удара убил, прикинь, вот я дурак. Аллилуйя, халилуйя, блядь. Сука, ты откуда взялся, падла? Жри его, котяра! Извини. Ты хватит жрать, он уже сдох давным-давно. А теперь иди сюда. Ха, хорош, еще два котяра. Вот это и сколько набрал хилки. А ты чё? Ха, еще и пинает, смотри, вот это молочек. Типа говорит, хуль ты. Бегу, давай, ты тоже беги. Так, а вот тут я не был. Что, я? А ты хер ли невидимый? Да ты сам сволочь-то, нет? Может сдохнуть? Пидорас. Нет, я понимаю, что у меня эти есть. Как бы дробовик, но... Фух! Прикол. Ла-ла-ла-ла-ла, ты на меня? Сука, на меня. Переметнись на вот этого. Где она? Я ее сразу же и забрал. Я сразу же, короче, выкинул и сразу же ее подобрал. То есть, короче, щитерил нахер. А зачем эта башка, я так и не понял. Нужно как-то аккуратнее ходить, что ли? Ты что тут? Выходи, я тебя выпускаю. Ты нормальный. Нормально вообще, какая-то уже психоделика пошла. Привет. Пойдешь ко мне? Зеленоглазки. Зеленоглазка, я три штуки. Не выходить? В смысле не выходить? Это как? Там горит все, нужно выйти. Сейчас у меня башка, да? Сейчас башка станет нормальная. Тихо! У меня три кошака, не подходите. У меня три убийцы. Все это надолго. Нет, не надолго. И сюда. Хорош. Так, где-то что-то бросается или еще, не пойму. Да туда вон, пацан. Уебать! Зачем меня? За что меня-то, блядь? О, тихо, блядь. Иди сюда. Только не открывай. Какая-то жопа. Какая-то реальная жопа. Какого хрена он на меня сагрился? Я же кидал их туда, они же у меня в кармашке были, пацаны. Вы же должны были меня прикрывать. Ай, писька, каська. Здорово. Понял. Да ты там гранаты бросаешь, а ты откуда взялся вообще, пацан? Да и пошел ты нахер, пускай тебя там жрут. Фух. Охереть. Аллилуйя, аллилуйя, блядь, аллилуйя, аллилуйя, блядь. Это все, что они могут сказать? Да. К сожалению. У меня 10 патронов. Блядь, чувак в упор держит столько урона с дробовика. Это же нереально. Это нереально выдержать столько урона. Это что, портал, что ли?
Ядрёна вошь. Так, хорошо, подожди, а... меня что, вниз? Как-то не хотелось бы. Там кошаки неадекватные. Блин, а мне туда, да? Ой, блядь. А здесь нельзя так делать, прикольно, здесь нельзя... Он не умеет плавать! Он не умеет плавать, вот это я узнал. Вот я узнал отличную вещь, что он не умеет, сука, плавать. Блять, там броник. Куда ваф? Так, я выберусь отсюда. Вы там дебилы, да? А я... блядь! Уели. Сука, педрила двойное. А хер ли они там, мне снайперка нужна? Хер ли они там вообще оказались? Ну, класс. Почему я не допрыгнул сейчас? Я прыгну точно так же, как и в прошлый раз. Быстрей давай, не умеющий плавать. На миллисекунду позже нажал, на миллисекунду. Вы представляете, сколько это, как это много? Как это в играх много миллисекунда? Я чуть-чуть на позже нажал, и все. Он не прыгает? Спасибо. А хочу я дурак такой. Мне же, короче, наоборот можно сделать. Почему я так прыгаю? Чего мне никто не скажет? Здесь же есть, блядь, проход для особых. Вот тут. Только нужно как-то то ли быстро, я не знаю, то ли свалить назад. Пока эти не начали гранатами бросаться, суки. Да ты издеваешься сейчас? Гранаты только потрачу. Да упади ты. Спасибо, блядь. Ладно, где мой дробовик? Тут кошаки что-то погуляли или что? Походу, да. Меня не трогаем. Спасибо. Ни хрена себе, он умеет летать. Вот этот азман, я понимаю. А его, можно... В смысле, еще одно сохранение? Как это так? Я ж только что здесь был. Блин, а как же мне его миновать-то? Там два целых. Блядь. Пацаны, уйдите нахуй. Суки, сожрали меня к херам просто, пидоры. Мяу! Иди сюда. Не надо тут загребать, блин, ты там не нассал ничего. У них такая привычка вот эта дурная, короче, когда оно насыт, короче, и начинает загребать. Даже он может уже, он просто по полу может дрявать, уже ничего нету, но он, сука, загребает. Что он там загребает? У него мозги тогда отключаются, походу. Вот этот вот неадекватный, он летает по всех этажах. Я бегу, и за мной кошатяра, блядь! Сука! Нет! Успел. Блядь, открыл коробку. Сука, коробку открыл, у меня три кота есть, блин, и нету коробки больше с этой. Помыться. Нормально. Фух. Вот это жесть, конечно. Я бы лучше 1000 противников убил бы, чем вот это с двумя кошаками вот этими связаться. А чё ты не можешь так запрыгивать на лестницу? Ты чё, издеваешься? Мне
определенно нужно еще. Мне нужна прикормка. Срочно. Потому что если на меня загрят... Только не по голове, ну все что угодно, только не по голове! Ты ублюдок. Да ты нет. Да уйди ты, блядь. Где третий, четвертый? Что это воняет? Сука. А! Блин, жизни мало. О, эта штука хорошо действует. Нифига. Чувак испарился. Так, ой, блядь. Я этого не вижу. Я иду точно не вижу, нихера. Что это такое? И что делать? И что делать? У меня нет прикормки, да? Ну да, у меня нет прикормки. Ёбаные тазманы. Хорош, пробежал. Нет! Куда? Выбей! Фу! Блять! Кого, блядь, ви? Кого? Блядские кашадраны. А-а-а! Нет, 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 нет. И что делать? Он же все, он же не отстанет. Во, я его сожжёг нахуй. Да ссысь, блядь! Давай трубку херану. Да похер вообще. Да блядские коты. Это все очень, конечно, весело. Но не меня! Отвали, блядь, я застрял! В смысле закрыто? В смысле закрыто, блядь? Как открыть-то? Блядь, еще и не убьешь. Убьешь! Хорош. А че? Все, батарейка села. Тихо, вот этих нужно двух сожрать. Сожрать надо их. Да по мебели лазишь. Так, а подожди, мне нужно как-то дверь открыть. А я тут ничего не видел, чтобы ее открыть. Бляха, куда ты 6 котов-то всунул? Чувак, куда ты их засунул-то 6 штук целых? Так, там один нормальный вроде. Так, нужна какая-то кнопка или что? Где? Опа, вот это мне нужно. Блин, где там дверь? Так, а стоп, а как мне открыть это выход-то? Это я с той стороны, да? А, выход, как тебя открыть? Вау. А как выход-то открыть? Подожди, не понял сейчас. Вот тут нужно закоротить. Блять, натуре. О, я ж чуть не стиранул. Кто бы мог подумать, что произойдет такое? Разработчик мог бы такое подумать, когда накурился. Блять! Сука, я... Беги, 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 открывай! Все, я свалил на улицу. Спасибо, рабочий гибаля. Кошмар какой-то. Проще было понедельник играть. Намного. Я представляю, что там воскресенье будет. Ну? Так. Больница опять горит. Все у нас, когда, куда я прихожу, все сгорает к херам. Опа. М-ку кто-то оставил, спасибо. Только она никчемная, ну да ладно. Может тут что еще? Так, стоп, я же на улице. Че я с дробовиком бег? Динамит? Кто там орет? Там уже я всех перебил, кошаки одни только остались. Так, что мне делать? А, мне карты нет, что делать? Куда идти? Папки в контейнере. Да ты можешь зайдешь, ты не пере...
Это не бабки, это вообще обоймы Кэмки в контейнере. Смотри по сторонам. Блин, был бы у меня шипованный подошва. Знаешь, у бабушки выскочил Чири. Мне очень жаль. Ты считаешь, что видеоигры несут зло? Ты думаешь, я смогу взобраться вон на то здание? Черт, прекрати это. Как считаешь, обезьянам удастся выйти в плей-офф в этом году? Я выиграю приз? Послушай, просто скажи мне, что ты думаешь. Я бы, конечно, прекратил ныть о том, что я хочу есть, если бы ты, наконец, зашел в этот долбанный ресторан. Ты мне? Я вообще-то слушаю абсолютно бесполезный диалог двух, короче, неадекватных баб. То есть одна говорит одно, другая говорит другое, и у них получился диалог. Прикольно. Как это работает? Какой ресторан? Ты что, жрать хочешь? Валите, пацаны, они на свободе! Валите нахер, я всех предупредил! Бегите, глупцы! Где твой ресторан? Где ты жрать хочешь? Только не преследуйте меня, пожалуйста. У меня 7 кошаков. Я не буду их выпускать, потому что они здесь хаос сделают. Просто всех убьют. Нахер. О! Собачка-прикормка. Хорошо, нифига тут лестница. Так, это аптечки нам не надо. Здорово. Чё делаем? Чё вы на крыше лазите? Я прекратил ныть о том, что я хочу есть, если бы ты наконец зашел в этот долбанный ресторан. Да какой ресторан-то? Я не знаю, какой. Вот это что ли? Ты хочешь в китайский квартал хунди-хунди-фунчи пожрать? Или как у них там называется? Это вот сюда? Я не понимаю, куда идти просто. На. Здрасте. Иди нахер, дру. Ага, угадал, хорошо. И что, у тебя жрать все равно с собой было? Добро пожаловать. Что будем заказывать? Думаю, стоит пропустить стаканчик перед завтраком. Я больше ничего не буду покупать здесь. Отлично. Да. Диалоги писали умные люди, наверное, сказать. О, а мне самый классный работник достался, самый быстрый. А ты чё? Тебе бы стоило посетить дерматолога, парень. Ну да ладно. А вам, наверное, тоже нужна какая-нибудь жратва, а? Господи, да что же вы сюда все претесь-то, а? Хули с дубинкой. Номер два. Конечно, крысиное дерьмо. Добавить вам сыр в этот блядский сэндвич, а? Нет, спасибо. А может вы хотите еще бесплатную улыбку? А, мать вашу? Блять, улыбнуться вам, а? Я все понял. Вы покупаете говядину в Англии. Я сожру твои сраные мозги. Что за приколюха? Откуда? Получаю, ущербная зараза. Вот так! Дьявол! Оно не дохнет! Баба! Вот тебе бешеный гниющий дерьмоед! Мужик! Их головы! Нужно разносить им бошки! Ты прав! Дело в их головах! Откуда они взяли? Блять! Вот как раз зомбарей я здесь и не ожидал! А какого хера у меня прицел есть? На дубинке. У меня на дубинке прицела ни в жизни не было. Ты зимой? Ой, в смысле, зимбарь? Я буду играть в боулинг твоей башкой. Где она? На! На! Ой, ты нормально? Ну беги. Так, а подожди, бошку я же не могу дубинкой расхерачить, правильно? Не, подожди, а где их не бошки-то подевались? Алло, пацаны, вы где бошки подевали? А откуда вы вообще видите, что я, блядь, здесь? Опа! Их сжигать, в принципе, тоже как вариант, пацаны. Набираем всего побольше. А чё? Да смотри, вот эта кухня! Ядрёно во, что тут у них все горит. На! Как он блюёт-то? Как он меня видит без бошки? На! Нифига себе поза. А как ты видишь меня без бошки, Альберт? Так, а минус одна. А чем они блюются-то кровью? И что это мне урон наносит? Серьезно? Прикольно. На. А где их не бошки-то? Да хорош, сколько вас здесь будет. А где бошки-то? Вот это? Я должен перестать. Это дерьмо. Да не говори вообще, кипец. Куда бошка улетела? Вон она. Улетела очень далеко. На.
Где-то еще должно быть две штуки, как минимум. Вот. Одна. Где вторая? Бляха, что происходит-то? Откуда зомби-то? Я вообще... Я вообще здесь не ожидал зомбарей в этой игрушке. Вообще никак. Мне нужно убить 20 зомби? Мне нужно убить 20 зомби? Серьезно? Так, здесь все живые? Хорошо. Тут кто? Нихера себе, вот это замес. Здрасте. Я чувствую себя дерьмово. Да ща, подожди, нормально станет. Так, зомбари меня преследуют, почему? Откуда не знаю, где я есть. Этому дерьму так быстро. О, а так можно просто правой кнопкой их расхерачивать сразу им бошку. Че я их буду отшибать, если я вот так? Пошел нах. Кто еще меня? Здрасте. Так, еще 7 штук где-то. Эх ты, падла. Люблю резиню. Резиняню. Так, а что зомбари откуда взялись-то, я не пойму. Привет. Ты не зомбарь. Или ты... Нет, ты обычный, иди. Хорошо, что я не увалил его. Так, а что, если я у всех сейчас 4 убью? Что останется? Еще один. Капец. А тут же не открыто. Вот это замес! Так, пошли, там где-то ученый ушел. Ученый зомби это в два раза опаснее, чем просто ученый. Или ученая! Эй! Кто там ржет-то? А вот тут что? А мне бы аптечку подрезать где-нибудь, пацаны. Да ты можешь нормально запрыгнуть в ФПС, проседаешь. А что сюда залез-то? Вот в таких местах должна быть аптечка. Чё это? Пистолетные патроны? Похоже было на этот, на дезодорантакс. Ха-ха, такое чё-то. А где зомбари-то? Мне еще нужно 2 штучки, одна. Ты зомбарь? Ты не зомбарь. Где зомбарь? Видели зомбаря здесь? Приметы такие, дебил, короче, весь обглоданный и ходит, короче, всех достает. Так, подожди, где-то один зомбарь остался. А я его не найду. Где-то тут, вот он. Сука, пидорас. 2! На! Прям по башке. Так, спецназ. Блин, а спецназ же-то всех будет херачить. Правильно? Сынок, мне нравится твой стиль. Не хочешь поработать инженером по взаимодействию с бешеными коровами? Что ж, я как раз временно безработный. Чего? Какие коровы? Ты о чем вообще? Ты о каких коровах говоришь? Не понял сейчас. Зомби, коровы, что происходит? Слушай и запоминай, сынок. В жопу не буду лезть. Самый эффективный и приятный инструмент для взаимодействия с бешеными коровами – это кувалда, одобренного правительством образца. Ага, окей. Ё-а-а, чё происходит-то, блядь? Почему у меня прицел появился на оружке? Его же вроде не было. 21 корову надо захерачить, не 33. Короче, ладно, блин, что-то вообще какая-то дичь пошла, я уже вообще ничего не понимаю. То кошаки, короче, какие-то тазманы пошли. Кошаки сначала падали, потом они тазманами стали. Потом у меня башка, короче, начала дуралейной вставать. Потом зомби откуда-то взять. Теперь корову хуярить, что за прикол, короче, непонятно. Ладно, давайте на этом вот тут закончим. Субботу еще не успели закончить. Ну да ладно, я не знаю, сколько просто здесь. Оказывается, здесь нету ни карты, ни задания, ничего нету. Просто идешь туда, куда-то и где-то что-то происходит. Ладно, окей, хорошо, нормально. В общем, все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Постала. Будем херачить коров, а что делать? У нас такое задание. Все, всем пока.